вот он, трон финалиста. Это я. Мне кажется, что у меня было очень удачное выступление. Мне там несколько голосов не хватило до сотни. Не все были ко мне расположены. Например, Ираклий Прицхалава сказал, что я была холодна, по его мнению. Мне не хватило вот тепла на припеве и кульминации. Вы были холодны. Теперь, наверное, мне придется выйти с обогревателем на сцену, чтобы дарить тепло еще больше. Ой, она как преобразилась. Я вообще не понимала. Да, точно. Мне очень запомнилось выступление Валерии Беловой, и на меня оно произвело очень большое впечатление, она впечатлила жюри, и мне кажется, что она один из главных конкурентов на этом конкурсе. Ой, как она мне нравится. Я настроена сейчас очень решительно. Мне, конечно, придется применить свое самое главное женское оружие, и это не хитрость. Я буду брать голосом. Здравствуйте, господа эксперты. За время конкурса вы прослушали десятки песен, наверняка немножко устали. Чем-либо удивить вас просто невозможно, и поэтому я приглашаю вас в путешествие в Дольче Вита. Ну-ка. Она мне очень нравится. Она такая чистая. Очень чистая, такая какая-то светлая. Интеллигентная. А какая у нее узкая талия? Большая редкость. Итак, что же она будет исполнять? Напряжение растет. Давай, Долбик. Давай, Воробей. Сложнейшая песня. Воробей сегодня пела, как соловей. Девяносто два голоса. Сережа. Алена, я фанат ваш, фанат вашего потрясающего голоса, фанат вашей легкости, профессионализма. Вы, мне кажется, практически все спели идеально, и самое главное, так легко, так здорово. Действительно, нас куда-то в другое место отправили сейчас из этой студии. Мне очень понравилось, я счастлив, что сотня поддержала, и 92 – это потрясающий результат. Конечно, очень сложно нам расставаться с Валерией, но такова игра, и я уверен, что Валерия запомнилась всем и еще даст жару, и мы еще услышим обязательно Валерии. Поэтому я вас целую, обнимаю. Спасибо. Алена, на вас поздравляю, что вы попадаете в тройку. Я очень за вас рад. Спасибо. Федерико, come stai? Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene.
Алена, в качестве настоящего, единственного настоящего представителя и потомок римских императоров на это шоу... Так, подожди, я хочу... Я из Рима же, настоящий потомок римских императоров. А я смотрю этот профиль, мне кого-то напоминает. Денюжку. Монету. Может быть. На 100% говорят, вылитый армянин. А, да, похоже. Алена, в качестве настоящего потомка римских императоров сейчас на эту стену, будто тут тебя окружают трибуны из Колизея, а не величайший Мосфильм. Хочу тебе передать волю императора, именно жестом. Я тебе покажу Victorus Abemum. Браво! Мы все покажем! Все, кто встали! Наши 92 лайка! И мой 93-й!